Доброго ранку, шановні телеглядачі! Сьогодні ми розпочинаємо, як завжди, нашу ранкову програму «Мозаїка дня». І вас чекає дуже багато різноманітної, цікавої інформації. А саме зустріч із одеськими бардами. А ще послухаємо майстерну гру на скрипці. А ви не забувайте телефонувати до нас за нашим постійним номером 638-638. Залишайте свої привітання, побажання, задавайте питання. А ми починаємо наш ранок із солодким сніданком. Що ж, ми вже знаходимося у нашій ранковій вітальні, але перед тим, як познайомитися із нашими гостями, я пропоную вам послухати їх виступ. Ах, як мало чоловіку надо, щоб бути щасливим. Хоть немножко, стол, перо, да пища я, бумага, облака, да речка за окошком. Ах, как мало человеку надо, чтобы быть счастливым хоть немножко. Белый хлеб, да гронка винограда, да еще березка за окошком. Ах, как мало человеку надо, чтобы быть счастливым хоть немножко. Диких трав, духмяная услада, да грибов огромное лукошко. Ах, как мало человеку надо, чтобы быть
счастливым хоть немножко. Почтальон стареющая кошка. Солнце луч влетающий в окошко. Ах, как мало человеку надо. Очень красиво, проникновенно. Авторская ваша песня? Да, я в этом году написал 50 песен. Тож такі таланти до нас сьогодні завітали одеські барди. Яций Олександр, Чорножук Юрій та Демчаков Анатолій. Спасибо вам, что вы сегодня с нами, что вы приехали. Помимо того, что вы представляете Одесский бардовский клуб, вы все являетесь педагогами нашего Национального Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского. Расскажите, как возникла идея создать в нашем университете бардовский клуб? Ну, у нас один из самых знаменитых педагогических университетов Украины, занимает по всем показателям второе место. Уже в 2007 году мы начали издавать, я вам в подарок вам принес, вот все дарю вам, уже издали... 9 томов стихов наших студентов. Каждый сборник от 100 до 300 страниц. И все это авторы, наши профессора, наши студенты в первую очередь. В каждом сборнике до 30. Это стало уже традицией университета. А 5 лет тому назад у нас возникла такая литературно-музыкальная гостиная. Ее фундаторами был вот Юрий Черножук, еще профессор отсутствует Леонид Величенко, ну и ваш покорный слуга. И мы начали готовить тоже вот наше первое издание. Бардовские сборники. Это наш университет издал, но тут уже представлены и барды Одессы, и нашего университета тоже вам дарю этот сборник. Благодарю. И ежемесячно практически в год около 12 раз, обычно вторая или третья суббота, у нас проходят музыкальные встречи, где участвуют студенты, преподаватели, постоянных клубов где-то человек 25, а гостей уже со всего города около 50. Плюс ко всему к нам присоединился, вот Анатолий потом чуть позже расскажет вам, клуб «Дельфиния». У нас существовал уже около 30-40 лет, и фактически вот 2-3 клуба слились на базе нашего университета, и существует такая замечательный очаг духовной культуры Одессы. Это сборник, посвящен Утесову, 120-летию. Как раз недавно вечер, проходили, да, праздники. Скажите, как давно вы существуете уже? Мы существуем, такое слово неудачное, да? 5 лет. Ну, ваш клуб 5 именно лет. Бардовский. 5 лет. А много ли слушателей? Ведь молодежь сейчас мало знает что-то о бардовской музыке. Все больше и больше. Вот, когда проходит, мы чуть-чуть даже переименовали, бардовский клуб превратился в литературно-музыкальную гостиную, пришло около 20 поэтов и преподавателей, и студентов. Мы представляем как бы половину бардовскую часть вот этого клуба. И на каждой нашей встрече мы представляем много и поэтов, и поющих, и пишущих стихи. Это очень приятно. А все-таки вы исполняете классически известных бардов произведения, либо же свои авторские? Я лично эгоист. Я пишу иногда песню для себя и пою для себя, для своей семьи, друзей. Но у нас очень много талантливых людей. Если вы нас через месяц пригласите, мы приведем несколько человек, которые являются виртуозными исполнителями Высоцкого, Акуджавы, Визбора. Мы начинаем сейчас снимать. У нас есть свой режиссер. И надеюсь, что даже скоро в интернете вы увидите некоторые заседания. Они очень большие, где-то 200 гигов и так далее. Концерты обычно длятся от 4 до 5 часов. Мы вас приглашаем 14 мая. И не только вас, и одесситов тоже. Фонтанская, 4, конференц-зал. Наш университет. Да. 8-й корпус, бывшее арт-училище. Нынешний университет – это 8-й корпус Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Дмитриевича Ушинского. Там находятся 3 института. Институт культуры, институт физической культуры и историко-философский факультет. Скажите, а каждый ли из студентов может к вам прийти и попроситься каждый в клуб? Каждый приходит, участвует, печатаем. Небольшими тиражами, у нас спонсоров нет. Вот мы с Юрой собираем со своей пенсии, откладываем по 200 гривен. И к концу полугодия издаем обычно за свой счет эти сборники и раздаем студентам. Абсолютно бесплатно. Бесплатно. Ну, зная, что вы являетесь педагогами, какова главная цель ваша в работе со студентами? Как стать настоящим современным педагогом? Так, ну, наверное, я уже попробую ответить на этот вопрос. Во-первых, нужно
максимально развить свои возможности, свои личностные ресурсы. И вот как раз то, чем мы занимаемся, помогает студентам это сделать. И не только студентам. Я хочу сказать, что к нам приходят ведь люди разного возраста. И почему они это делают? Потому что очень многие в Одессе, много очень талантливых людей, они пишут стихи, пишут музыку. И им нужна площадка, им нужна сцена для того, чтобы это все показать. Потому что когда говорят, что человек пишет для себя, это неправда. Всегда человек пишет для кого-то. И особенно нам приятно, когда приходят к нам молодые люди, они начинают, они бывают не уверены иногда в себе. И мы им, вы знаете, как говорится, подставляем крыло, да, и они потом, я надеюсь, они взлетают. Вот мы видим, у нас есть несколько таких ребят, которые сейчас, они уже выступают на площадках на различных одесских. Вот таким образом. И что я хочу еще сказать, просто добавить. У нас на наших концертах, вот вы спрашивали, да, у нас разный формат. Вот раньше мы, как бы у нас были такие первый круг, второй круг. Солянка. Каждый, да, да, каждый участник у нас получается так. Бард, поэт. И первый круг, две песни или два стихотворения, и потом второй круг. Сейчас то же самое. Сейчас мы немножко изменили формат. И у нас сначала идет что-то вроде авторского вечера, а точнее авторского утренника, потому что мы в 12 часов собираемся. И мы предоставляем, вот следующий вы как раз, если придете к нам, Анатолий, будет как раз выступление. Будет его час, да. 14-го. Да, а да, потом да. Вы увидите всю двадцатку. То есть сейчас идет авторская песня, да. И дальше уже продолжение. Просто настолько талантливые люди, что вот 2-3 раза по 2-3 песни накапливаются у некоторых, вот как у Юры, как у меня, по 5-6 своих песен. Приходят новые люди. Хочется все показать, да, чтобы мы слышали. Обычно от 4 часов минимум до 6 часов. Еще вы спрашивали вот по поводу того, поют ли только свои песни. Строго говоря, Барт — это действительно человек, который пишет, поет, да, и исполняет сам. Но мы считаем, мы как-то шире смотрим на вещи, если человек хорошо играет, хорошо поет, любит бардовскую песню, почему бы ему не выступать, мы даем площадку, даем возможность. Мы любим тех, кто был в Одессе. Вертинский, да, еще вот Лещенко, это важно, да, да, да. Утесов, Высоцкий, они все были, мы поем их песни. Это там наши... немножко нескромность, с той стороны уже мы. То есть, видите, да. Здесь великие, да. А с здесь этой великие, стороны, а вот с этой стороны уже мы. Так, ну, наверное, я... Давайте сыграйте хочу, нам да, что-нибудь хочу, тоже из своего творчества. Что вы нам сейчас исполните? Я хочу показать, вот мы сейчас говорим о творчестве, да, о творческих людях. Я хочу показать песню, которая как раз посвящена одному из самых-самых творческих людей, Владимиру Семеновичу Высоцкому. И песня называется «Не стреляйте». Кто Бетховеном станет, кто Пушкиным, кто пробьет себя в кабаках. Им небесная власть отпущена, их земная губит тоска. От рождения они блаженные, дар на крыльях несут, как изъян. Почему их так любят женщины, почему ненавидят друзья? Понимают они до тонкостей и злодея, и добряка. И выписывают в подробностях чудо-вымыслы на века. Пусть их жизнь не предмет для зависти, то великая сушь, то гроза. Но эпохи, как солнечных зайчиков, ловят детские их глаза. Как смешно они спорят с косностью, как наивна их мудрая грусть. А потом они станут космосом, только очень нескоро пусть, и вонзится в глубины бездонные птичий крик и стихнет в раю. Не стреляйте в них, люди добрые, пусть летят себе, пусть поют. Не стреляйте в них, люди добрые, пусть летят себе. Спасибо. Очень глубокие, проникновенные песни. Спасибо. Наверное, именно этим и отличается бардовская музыка. Да. Глубоким смыслом, да, пониманием, да, то, о чем очень ты простая, поешь. Она очень простая, и чем проще человек, тем становится сильнее. Вот упрощающий жизнь себе, на самом деле, становится счастливым человеком. И она искренняя. Вот, она искренняя, от души. Чтобы здесь она не обязательно голос иметь, как у Шульженко там, или у Утесова. Человек главное выражает душа себя. Душа поет. Учитель должен уметь себя выразить и самореализоваться. Вот это
Помните притча христианская о талантах? Я колебался, вот прийти или нет, сейчас же Страстная Седмица, через несколько дней Пасха, нельзя петь. Но потом подумал, ну, хочется представить, уже несколько лет существует такой замечательный клуб, и мы втроем решили все-таки нарушить маленькое такое табу и прийти к вам. Еще хочу добавить, вот каждый учитель, он должен себя чувствовать как на сцене, потому что каждый урок – это такой спектакль. И вот когда к нам приходят студенты, это еще и тренинг своего рода. Да. Уверенность в себе прибавляется у них. Вот. И самое главное, они не боятся публики, ну и так далее, и так далее. Поющий человек, добрый человек. Да, ну еще и это. Красивый то есть, человек. Да, еще и душа, конечно, как-то она развивается. И теперь хотелось бы перейти уже к Анатолию, так как мы заговорили о человеке, о душе. Я знаю, что вы занимаетесь психотерапией через музыку. Не могли бы вы рассказать поподробнее, как это действует, а может быть даже продемонстрировать какую-то песню, исполнить? Ну, во-первых, я хочу сказать, что такой музыкально-психологический тренинг-концерт произойдет 30-го на Бунина, 18. И ну, вот там будет оно продемонстрировано. Ну, а здесь я сейчас исполню, но я хочу кое-какие уточнения. Я не являюсь педагогом Ушинского, я закончил выпускником университет. Да. Факультет после нашу дипломного пустыню. Образования. Вот такой талант. Вот. Да. Но я выпускник как бы вот использовал... Я прошу прощения, я, кстати, тоже закончил этот факультет. Вот мы с ним являемся выпускниками факультета после дипломного образования нашего. И я в своей работе я соединил и то, что... Ну, у меня еще есть 5-летнее образование Европейской ассоциации психотерапевтов. И поэтому я член Украинского союза психотерапевтов. И вот я соединил психотерапию, включил туда вот песни, голос. И это очень... Ну, это очень как бы дополнительный инструмент работы с людьми. Здесь я сейчас исполню свою песенку, которая называется «Перекрестки». Это такая, как бы, легкая песня. Только выйдешь за порог, сразу же дорога, а кругом снует мороз, и дорог так много. Вот попробуй разбери, где твоя родная? Прошагаешь до зари, а вдруг она чужая? Перекрестки, перекрестки жизненных дорог. Отыскать свой путь непросто, хоть бы кто-нибудь помог. Но спешат куда-то люди по дорогам дня. Лица, руки, спины, груди, все мимо меня. Кто шагает, тот торопится пешком, а кто на Мерседесе, только пыль стоит столбом в городе Одессе. Каждый хочет обогнать, каждый хочет первым, но меня всем наплевать, и я не трачу нервы. Перекрестки, перекрестки жизненных дорог. Отыскать свой путь непросто, хоть бы кто-нибудь помог. Но спешат куда-то люди по дорогам дня. Люди, вас ведь не убудет, но гляньте на меня. Ты шагаешь широко, топаешь как можешь. Обогнать меня легко, шаг мой осторожен. То букашка на пути, то цветочек ранний. Только бы не наступить, только бы не поранить. Только бы не наступить, только бы не поранить. Только выйдешь за порог, сразу же дорога, а кругом снует народ, и дорог так много. Кто-то впереди меня,
я радости не скрою, ни один цветок не смяг под ее ногою, ни один ли цветок не смяг под ее ногою. Что ж, и на этой прекрасной ноте мы попрощаемся с нашими бардами. Обязательно придем на их концерт 30 мая. 14 мая. 14 мая, простите. Мы очень благодарны, что вы к нам приехали. И желаем вам талантливых студентов. Продолжайте нести это искусство, бардовскую песню. Она очень душевная и целебная. Спасибо. А мы продовжуємо нашу програму. І зараз ми будемо насолоджуватися не менш прекрасною музикою. А нам зіграє Андрій Євстратів.
ми продовжуємо нашу програму, і зараз настав час перейти до нашої ранкової вітальні. І сьогодні до нас завітав дуже цікавий гость, а саме член громадської організації «Мой дом Одеса» Максим Катаржук. Доброе утро, Максим. Доброе утро. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приехали. Спасибо вам тоже. Расскажите, пожалуйста, что это за организация, чем она занимается? Ну, скажем, у нас в городе, да и не только в городе, наверное, все, что достигает какого-то апогея, требует уже внимания общественности. Данная организация возникла на базе телевизионного проекта, который рассказывал о печальной истории наших памятников архитектуры. Почему печальной? Памятников в Одессе достаточно много. То есть те, что есть в реестре, да, около 1400 памятников. И многие из них находятся в плачевном состоянии. Была идея показать первоначальную историю величия каждого памятника, ну и рассказать, собственно, к чему данные памятники, ну, пришли в наше время, в каком они состоянии, скажем так. Если говорить на данный момент, общественная организация пришла к более, скажем так, активной деятельности, а именно проведению, скажем так, или анализу, инспекции, я бы даже сказал, памятников архитектуры и, в общем, их состояние. Были проведены две такие достаточно большие инспекции в переулке Чайковского и переулок Воронцовском. Были обследованы памятники архитектуры, было проведено общение как бы с жителями данных памятников архитектуры. И был такой договор между общественной организацией, ну, предложен общественной организацией, восстанавливать эти памятники по львовской модели. Имеется в виду, что часть средств на реставрацию берут на себя жильцы данных памятников архитектуры, часть средств берет сам город, и остальное как бы привлекается из фондов. Вот на данный момент вот в таком формате работаем. Также у нас есть договоренность с властями города, то есть мы также проводим инспекцию памятников и улиц на, с фотофиксацией на диссонирующие элементы. Имеется в виду на, допустим, уродующую памятник архитектуры рекламу или сетевые кабеля, кондиционеры, спутниковые антенны, наличие, а также застекленные балконы, которые не должны были быть застекленными. Не вписываются. Да, не вписываются. И, скажем, ну, ведется беседа уже с предпринимателями и жителями этих домов, и объясняется, ну, как нужно себя вести и как нужно правильно жить, когда ты живешь в памятнике архитектуры, скажем так. А вот почему именно вас заинтересовала тема охраны архитектурных памятников? Тема, скажем, вообще защита архитектурных памятников заинтересовала достаточно давно. Прежде всего, как бы меня вдохновила работа Николая Константиновича Рериха, который, музей которого у нас находится в Одессе. В чем именно? Он создал пакт по охране культурного наследия, который был подписан несколькими десятков стран мира. Основная цель этого пакта была защита памятников архитектуры во время военных действий, на случай войны и так далее. В дальнейшем его пакт вырос в такую организацию, как ЮНЕСКО, которая, ну, как бы базируется на этом пакте. Это первая часть, которая меня вдохновила. Вторая – это путешествие. Мне довелось
увидеть достаточно много стран в Европе, и в каждой стране, в которой я был, постоянно повторяется, что жители этого города очень ценят свою историю, очень ценят свои памятники, очень ее уважают, и действительно, ну, их ни слова не расходятся как бы с общим состоянием города, который мы видим. И также я определенное время, если точнее говорить, 2 года жил во Львове, ну, где состояние памятников тоже достаточно, ну, в лучшем состоянии, чем в Одессе. Да, поэтому как бы вдохновившись всем увиденным, хотелось бы как бы и Одессу видеть такой же прекрасной, ну, потому что она и была таковой. На данный момент просто она сейчас в таком состоянии. То есть почему для вас важно сохранить вот исторические памятники для Одессы именно? Вы считаете, что было лучше при той архитектуре, что нужно сохранять нашу историю? Скажем так, ну, вообще уникальность Одессы, это неоспоримо. Недаром было выбрано именно это место, недаром строилась старая Одесса именно в таком формате. Один из первых градостроителей Одессы Деволан строил Одессу по примерам древнеримских поселений. И вообще Одессу строили как город солнца. Что имеется в виду? То есть раньше в древности как строили подобные города? Люди брали, ну, градостроители, копье, втыкало его в землю. На рассвете смотрели, в какую сторону падает тень от этого копья. И в сторону этой, как бы, в направлении этой тени уже строилась первая улица. Ну и дальше уже, как бы, параллельно ей улицей, ну, таким образом, что улицы во время восхода освещались. А также дата постройки, основания Одессы тоже недаром выбрана, то есть это 2 сентября, да, у нас сейчас по старому стилю это 22 августа, и в этот день как бы максимально Одесса освещалась, да, и действительно становилась, скажем, тем городом солнца. Поэтому сам формат города, ну, очень как бы хотелось его сохранить. Это касается даже не столько, ну, безусловно, внешнего вида каждого памятника. Имеется в виду и высотность также строительства, потому что будет нарушаться сама как бы идея, которая вкладывалась в этот, в эту, ну, сама идея будет теряться. Ну, у нас есть некоторые фотографии архитектурных памятников. Мы попросим сейчас нашего режиссера показать вам эти фотографии, а Максим нам прокомментирует, что это за архитектурные памятники. Вот что мы сейчас видим. Ну, скажем, сейчас поговорим, наверное, о моих личных самых таких больных вопросах, которые, как бы, по моему мнению, восстановление которых Одесса нуждается больше всего. То есть она, только что мы увидели, это была фотография первого христианского кладбища. Как его найти? Ну, все знают его как Преображенский парк. Важность восстановления какого-то мемориала на этом месте, да и просто как парка, если даже не вдаваться в историю, очень важно. Потому что это одно из первых мест, с которым знакомятся туристы. Ну, если мы выходим с вокзала, да, поворачиваем налево, идем через новощепной ряд, который в ужасном состоянии, и через зоопарк, и дальше попадаем в Преображенский парк. Ну, то есть это возможное первое место, которое увидит турист. Это если с туристической точки зрения. Для истории Одессы это очень важно с той стороны, что там похоронены первооснователи Одессы, великие одесские
не только одесские, но и вообще мировые, скажем так, и архитекторы, и художники, и поэты. Из известнейших людей это брат Александра Сергеевича Пушкина, мать Елены Блаватской, Елена Ган, также Вера Холодная, как бы королева немого кино. На данном, в данном парке, ну, когда он был первым христианским кладбищем, находился храм всех святых. То есть по красоте само кладбище, ну, наверное, не уступало как бы любому европейскому, потому что все надгробия были мраморными, и они представляли такую ценность, я бы сказал, ну вот каждое надгробие было произведением искусства. Для одесситов очень важно почтить память своих предков, я считаю, потому что, ну, это одна из основных таких моментов, почему Одесса может и находиться в таком состоянии, потому что как бы наши отношения... Забываем просто. Да, да, забываем. И фактически, ну, мы топчемся по могилам своих предков, но при этом никак, как бы их, не проявив к ним какое-то должное уважение. Также мы знаем, что в 90-х и 2000-х годах там лунопарк был. Угу. Да, ну вот в таком формате я считаю, что, ну, восстановление как бы мемориала какого-то и музея на этом месте, ну, должно быть обязательным. Вот, покажите нам, пожалуйста, следующее фото. Это у нас статуя Дианы Охотницы. Да, все верно. Ну, мало одесситов сегодня знают, что перед Воронцовским дворцом находилась статуя Дианы Охотницы. Она была в человеческий рост. И была сделана из мрамора. Композиция очень интересная. Что бы хотелось сказать? И какая история вообще у этого памятника? Она была частью садово-парковой культуры в самом дворце. Убрали ее еще в середине прошлого века. Почему? Как бы мальчишки местные, которые жили в этом районе, они любили бегать к этой статуе и углем дорисовывать, подчеркивать, скажем так, достоинство этой статуи. И приходилось очень часто как бы ее мыть, но фактически каждый день. Ну и как у нас это принято, кто-то устал, и было решено просто запрятать эту статую. Она одно время находилась на территории Горзелентреста, затем во дворе гостиница «Лондонская», которая находится на Приморском бульваре. В чем интерес восстановления данной скульптуры? Опять же, с туристической точки зрения, а также какой-то культурной точки зрения. Представим, турист попадает на Думскую площадь. Что он видит? Да? Нашу городскую думу, он видит памятник Пушкину. Он идет дальше по Приморскому бульвару, фотографируется возле Дюка, идет дальше, а сейчас там ничего нету. Да. Да, сейчас там ничего нету. То есть это могло быть как бы и тоже еще одной достопримечательностью для нашего города и таким местом для фотографий, потому что статуя действительно была очень красива. Ну, подобная статуя есть тоже во Львове и является, ну, частью фонтана. Ну а дальше уже на Воронцовский переулок к дому с одной стеной. Что бы хотелось сказать, это очень важно для такого города, как Одесса, потому что, ну, в принципе, у нас принято наличие памятников или, скажем, садово-парковых скульптур. То есть мы знаем Лакон, допустим, у нас есть «Дети с лягушкой», да, или «Эрот и Психея» в Пале-Рояле стоит. Ну, вот так.
И, пожалуйста, нам еще одну фотографию продемонстрируйте. Ну, наверное, это самый известный и самый известный в Одессе памятник и больная тема для каждого настоящего одессита, потому что данный памятник подвергается уничтожению, специальному уничтожению, потому что с момента его реставрации он 12 раз горел. Это не был просто пожар, это были поджоги, потому что не так давно, в январе, здание горело 3 раза за сутки. Аргумент, как бы, после экспертизы был такой, что, ну вот, самовозгорание. Ну, то есть зимой при определенных осадках, при отсутствии температуры, да, как летом, допустим, ну, сами понимаете, что такое возгорание самостоятельно не могло быть. Так понимаю, кому-то просто мешает или хотят построить какой-то комплекс? Да, конечно. То есть были идеи, как бы, вообще есть планы у владельцев квартиры этих домов, большие планы на этот квартал, потому что памятник разрушался достаточно просто, выкупались квартиры в этом доме, 80% в доме, квартиры в доме Русова выкуплены, и на базе чего было создано ОСМД, которое, собственно, ну, ничего не делает, ну, не приступило к реставрации, а также не позволяет другим заняться реставрацией. Также страдает от этого рядом стоящий дом, дом Либмана, в котором ситуация ничуть не лучше. Там этот памятник тоже пока что стоит и не находится в более ужасном состоянии, только по той причине, что там еще не выехали семьи. То есть осталось несколько семей, которые продолжают там жить. Рядом стоящий еще один памятник – это княгиня Гагарина, который, слава богу, недавно ему восстановили статус памятника архитектуры, потому что он был лишен. И вот, то есть мы видим, что делается все, чтобы уничтожить данный квартал. Ну, а скажите, что, собственно, вот каждый из одесситов может сделать для сохранения исторических памятников архитектурных? Ну, давайте я вначале скажу, что делает общественная организация наша для сохранения данного памятника архитектуры. Прежде всего, сейчас собираются средства на охранную видеосистему в данном квартале. Данная видеосистема будет подключена к общей полицейской системе, то есть полиция будет наблюдать, кто заходит, почему заходит, чем там, собственно, занимается. Мы обошли неравнодушных предпринимателей, которые ведут деятельность в данном квартале, и они согласились, ну, помочь с этой идеей. Также мы и инициируем иск от общественности с тем, чтобы вернуть данный памятник архитектуры громаде города и в дальнейшем передать его добросовестному меценату-реставратору. В таком формате. Как мы знаем, в Одессе было проведено несколько конференций по ЮНЕСКО. То есть первоначально была идея у не только одесситов, как бы и у некоторых депутатов городского совета в том, чтобы внести Одессу в основной список ЮНЕСКО. Ну и на конференции, как бы, были озвучены основные 3 проблемы. Первая проблема – это состояние, общее состояние памятников. Я вам говорил, 1400 у нас памятников, и многие из них нуждаются в реставрации. Следующая проблема – это высотное строительство. Многоэтажные коробки. Да, любое высотное строительство уже вносит определенный диссонанс, оно перекрывает небо, оно
приводит к определенному давлению на рядом стоящие памятники, подвергая их разрушению. Фундамент у них более прочный, поэтому грунтовым водам приходится обтекать этот фундамент, и они оказывают больше давления на фундамент старых домов, который как бы и разрушается. Ну и третья проблема – это низкий культурный уровень одесситов. Тогда давайте вот по порядку, по каждой проблеме, что одессит может сделать. Ну давайте начнем с низкого культурного уровня каждого одессита. Самое элементарное. Нужно понимать, что ты живешь в памятнике архитектуры, и это на тебя накладывает определенные обстоятельства, определенные обязанности. То есть размещение кондиционеров. Ну, никто не спорит, Одесса очень жаркий город, как бы без кондиционера невозможно как бы пережить лето, скажем так. Ну, да. Но есть сейчас как бы системы кондиционирования, которые встраиваются в крышу, и тем самым как бы фасад не уродуют. Также со спутниковыми тарелками, которые можно установить на крышу, не на фасад. Предприниматели, которые ведут свою деятельность в памятнике архитектуры, в чем их самое большое нарушение? Они думают, чем больше реклама, тем она заметнее. Ну, как показывает общеевропейский опыт, это совершенно не так. То есть перекрыть половину фасада своей вывеской, ну, кроме как отвращения, у одессита оно ничего не вызывает. Сейчас также общественной организацией архитектуры Одессы была разработана визуальная часть, как должны выглядеть вывески в нашем городе для того, чтобы они не диссонировали на фасаде. Ну, уже это внедряется. Также наши предприниматели любят покрасить свой участок здания в свой цвет, при этом не задумываясь, что каждое здание у нас имеет свой паспорт со своим аутентичным цветом, который, ну, не должен как бы перекрашиваться под желание каждого. Ну и у нас также в школах не ведется объяснение ценностей нашего города. То есть я считаю, что должен быть проект какой-то общеобразовательный по школам Одессы, где будут объясняться, собственно, ученикам важность архитектурных памятников для одесситов, насколько они несут свою большую ценность, я бы сказал, не только для нашего города, но это имеет большое значение для общемировой культуры в целом. Следующий вопрос – это высотное строительство. Скажем, одесситы, которые покупают квартиры в этих домах или инвестируют в эти дома, они становятся соучастниками как бы уничтожения Одессы. Это прежде всего, то есть люди, которые покупают, они должны это осознавать. Следующий момент – это общее состояние памятников. Ну, мы живем в достаточно тяжелое время, у нас нету как бы средств на реставрацию всех памятников, но вот такими вот инспекциями и общением с жителями вот этих домов, помощь в создании им ОСМД для того, чтобы они группировались как бы и совместно защищали эти памятники, ну, даст положительный эффект, я бы сказал. Я полностью с вами согласна. Нужно действительно чтить архитектуру и архитекторов нашего города. Старая Одесса, она прекрасна. Все мы это знаем. Много песен написано, много слов сказано. И мы будемо сподіватися, що загальними зусиллями ми зможемо зберегти нашу архітектуру.